В Доме культуры Атамекен в Уральске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Республики Казахстан. В мероприятии принял участие аким области Нариман Турегалиев, который поздравил присутствующих с праздником. О мероприятии расскажет наш корреспондент. Конституция Казахстана – основной государственный документ, определяющий правовой статус граждан. 30 августа 1995 года состоялся всенародный референдум, по итогам которого была принята новая Конституция Казахстана. Сегодня этот исторический день торжественно отпраздновали в Доме культуры Атамекен. Конституция – это доказательство независимости нашей страны, будущее наших детей, наши права, единство и мирное небо над головой. В этот торжественный день такого важного для нашей страны документа хочу поздравить всех с праздником. На праздничном мероприятии прозвучали песни и танцы, которые отразили национальные черты казахского народа и тронули сердца людей. В числе исполнителей был и ансамбль мужского танца «Атамекен». Мы, естественно, желаем нашим землякам, нашим казахстанцам только благополучия, чтобы мир на земле был. И, естественно, чтобы наш президент всегда поддерживал нас, естественно, молодых. Этот концерт еще раз подчеркнул значение Конституции как символа независимости и единства Казахстана. Пусть наша страна продолжает процветать, а ее граждане живут в мире и согласии. Зарина Шакешева, Марлена Искалиев, Аймурат Жагапар, телеканал ТДК-42.